большой привет! Меня зовут Олеся, и в этом видео я покажу вам, как легко и просто пенопластовый шар превратить в шикарную елочную игрушку всего за пару минут. Берем пенопластовый шар, наносим небольшое количество термоклея и начинаем приклеивать бусы либо бусины. Что у вас есть, то и приклеиваем. Таким образом, нам нужно обклеить весь шар. Из белой атласной ленты шириной 1,5 см заранее я сделала бантик. Отрезаем небольшой отрезок белой атласной ленты шириной 0,6 см. Это будет петелька, при помощи которой шар будет висеть на елке. Приклеиваем бант, добавляю блестящий стразик и вуаля! Волшебство произошло и шар готов! Вот так легко и просто! Тот, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока и до новых встреч!